Всем привет! Всем привет, наши дорогие подписчики! У нас сегодня новый день. Добро пожаловать! И также гости нашего канала. Добро пожаловать в новый день. У нас сегодня такая замечательная солнечная погода. Солнечный день, как вот этот подсолнух. Да, так что всего вам хорошего. Оставайтесь с нами. Утро начинается с сумасшествия. Давайте. Вот так. Хвостики. Девчонки постарались. Спасибо большое. Чистенькие, погода хорошая. И яйца какие хорошие, чистые. Мы не кусаемся. Как отучить их, чтобы они не кусались? Никак. Это они так свою любовь проявляют. Обе. Надо говорить вот так. Обе. Интересно же, какая ты на вкус. Иди сюда, иди. Кто здесь сидит? Идите сюда. Залезет и кричит. Бешка? Нет, ой, как тебя? Отходим. Идите, гуляйте. Как тебя? А, чундра. Сапоги мне не надо грызть. Во! Ой, ты девочка! Ой, ты красавица! Нет, я уже вижу. Я тебя не удержу. Все, девчонки, отходим давайте. Идите гуляйте. Вот открыты же двери для вас. Давайте. Тебе приспичило, да? Все, поедем.
Они свой порядок наводят, ты свой. Чистота. Я говорю, чистота залог здоровья. Не надо, пожалуйста, меня кусать за сапоги. Нет, 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 нет. Пенек, он тут вообще в тему. Я говорю, пенек, он тут вообще в тему. Ой, они, им так нравится. Особенно рыжая вот эта, она с него не слазит. Когда у вас открыта кормушка. Да, она постоянно на нем. Она лежит на нем. Уляжется, копытца вот так подожмет и лежит. И возникает. И лежит, и возникает. И возникает. И возникает. Да. Возникает. Еще и кашей. Футболку чистую одела. Все. Оплевала тебя. Все. Иди. Иди. Все. Занялись, как говорится, другим делом. А, теперь они утром, да, едят? Угу. Твоей мало. Почему свою не доели? Иди ты свою доедайте. Теперь свою мы потом доедим. Кстати, покажу, как я тряпку отбеливаю. Вот эти вот тряпки я покупаю в фикс прайсе. Вот стоит заварку вытереть, где-то кто-то разлил. И вот такая вот она смотрится, как будто ей пол мыли. Но мы просто вытерли заварку. Так, я беру Easy Clean. Вот этот порошок, только пятновыводитель. Только он меня в таких ситуациях спасает. Вот так вот. Немного Easy Clean развожу. Кипятком заливаю. Вот, реакция пошла. Жду, когда порошок весь разойдется. Сейчас реакция пойдет. И для полного быстрого действия можно ложкой помешать. Смотрите, прям какая реакция. Все, и замачиваю тряпку. Вот. А если не Easy Clean, то я бы ее уже выбросила. Потому что я и хозяйственным мылом, чем только я не пробовала, вот такого результата нету. Все, я помыла посуду и замочила тряпку, и она у меня вот так вот стоит. Совсем немного постоит. И потом посмотрим вместе с вами уже результат нашей тряпки. Только ложками там с напылением, позолоченными, мешать нельзя. Простая ложка, нержавейка. Все, замочили. Ждем наш результат. Я довольна. Я не первый раз так делаю. Так что, кто не пробовал, попробуйте. Быстро. И тряпочка будет как новая. Наша тряпка будет как новая, да? А теперь что, завтракать? Давайте завтракать. А? Да? Зато она у нас будет чистая, и это будет приятно ей пользоваться. А мама дома, чтобы помыть тряпки, хварит. Вот, а зачем? Это еще столько времени на это уходит. Вы что, ребят? Пора уже Easy Clean покупать. Он и порошок. Порошок, ты видел, сколько стоит? Он вообще недорогой. Угу. Копейки стоит. Купила, а он сколько, я им уже пользуюсь. Время, что только я не делаю. Даже столешницу отбеливаю. Отбеливала, кстати, сковородки. А что, реально? Да. Ну что, проверяем. И вот так вот отбелилась наша тряпка. Теперь можно повторно пользоваться ей. Чище стало? Что вам хочу посоветовать. Вот такой вот Easy Clean пятновыводитель. Сейчас я хочу попробовать отбелить вот эту панаму. Я не знаю, смогу ли я отбелить, вывести вот эти вот пятна. Видно, нет, розовые пятна. Это мы так удачно, или можно сказать неудачно, кому как, съездили на рыбалку, пошел дождь, и панама попала с мокрой кофтой, лежала, можно сказать, всю ночь в машине, забыли убрать.
И у нас вот такая вот получилась история. А шляпа сама по себе, она белого цвета, чисто белая, без всяких пятен. Но сейчас она у нас, конечно же, вся в пятнах. Вся в пятнах, и мы попробуем ее отбелить. Отбеливать будем вот этим Easy Clean пятновыводитель. Кстати, кому будет интересно, я ссылочку оставлю в описании к видео и в закрепленном комментарии. Вот здесь вот можно все почитать, способ применения. Этот порошок идет без хлора, не вызывает аллергию и также подходит для детских вещей. Действует только в горячей воде 90-100 градусов. Вот в горячую воду 90-100 градусов добавить средство из расчета 1-5 мерных ложек в зависимости от степени загрязнения на каждый литр воды. Замочить вещи в растворе на 5-60 минут. Так что посмотрим. Будем спасать нашу сегодня шляпу. Так, у нас здесь есть мерная ложечка. Вот такая. Что там, кто-то едет? Ой, едет. У нас здесь есть мерная ложка. Вот такая. И маленькое такое вот есть ведерочко, что мне очень удобно. Добавляю 2 мерные ложки и, естественно, кипяток. Заливаем. Так, заливаю. Все, реакция пошла. Пошла реакция. И кладем нашу шляпу. Жалко, конечно, что так вот перекрасилась. И нашу шляпу добавляем. Так, вот я еще поделаю вот так вот. Опс-топс. Так. Все. Как говорится, пусть откисает. Ну что, готовы увидеть результат по-моему. Мне самой интересно, если честно. Гляньте, я вообще в шоке. Я, честно, думала, что не отбелит. Ну, вот такая вот красота. Теперь я поставлю стирать с белым. Еще простирну ее. Вообще красота. Панама теперь у нас как новая. Все. Панамка как новая. Так что поздравьте нас. Мне удалось вывести эти пятна. Вот такая вот панама. Потом прицепом поехать в посадку и нарезать на землю. А у нас сегодня понедельник, забирают мусор, мусорный день. Вечером либо рано утром мусор выставляем и потом его собирают. По утрам так тихо, ну, за исключением мусорной машины. Спокойно, тишина.
типа вкуснее, да? Эх, в горы бы вас выпустить. Чтобы там по скалам полазили. Да хотя побегали где-то. Чё такое? Чундрочка. Чундрочка. У Рушана, короче, свои клички козам. Да, чундрич, чундрич. Это чучундр. Чё такое? И мои колени. Чё за коленями, да, кусают так сильно? Угу, прикусывают. Все, девчонки, приятного аппетита. Вода чистая, поменяли. Корм есть. Сено есть. Акация есть. Что еще вам надо? Чуть попозже гулять пойдете. Они такие поправились, да? Особенно рыжие. Посмотри, у нее какой животик хороший стал. А какие худенькие, да, были? Пришли прям тощие, тощие. Такие толстенькие уже. Особенно рыженька. А у нас пополнение. Вот такое вот красивое. Скажи привет всем. Вот такой я маленький, пушистенький. Но ему, конечно, не сутки. Уже, по-моему, третьи сутки. Просто мы их не показывали вам. Их у нас, получается, здесь двое. Было трое. Одного маме отдали. Хотели под белую курицу подложить. Потому что она слишком долго сидит на яйцах. Да, а она не приняла. Его начала клювать, и он побежал по черную курицу, а черная его приняла. А у черной курицы, у маминой, их двое, а теперь трое. We'll be right back.
туда попала, видишь, вон та штука. Аккуратно. В принципе, корзина готова. Почти. Для заключенного. Клетка. Да. Там будет заключаться мусор. Да, мы будем его под стражем. Да, чтобы его никто не спер. Потому что... Ну, мало ли, чтобы он сам не сбежал. Мало ли. Верно. Здорово. Выпустите меня! Красности, да, зато надежные. Вот этот пластиковый с нашими ветрами на Кубани. Да? Да, он один раз ударится об забор там где-то и все. У нас такая ситуация была, вспомнишь, стол пластиковый, зеленый? Да. Тоже улетел, вот это... не уследили, уехали, приехали, а он здесь летает. Ударился один раз. Угу, лопнул, и все, и кусок отвалился. Угу. Так что нам надежнее вот такое что-то. О, видите, какой ветер у нас сегодня. И то это еще не ветер. Вот у нас весной, осенью. Вот это ветра. Как дунет, блин. Мама, не горюй. Сейчас я этот сошью, потом отполирую все под одно. И нормально, красивая крышка будет. Покрасим. В эту сторону открыли. Вот. А если не открывать, просто вот просто такую штуку, такую вот тяжелая ручку. Будет, зачем? А она будет тяжелая поднимать? Конечно. Да и потом ты вот крышку подняла, сверху бросила, закрыла и все. Угу. Иногда бывает, ну, ты заходишь, допустим, у тебя там либо руки заняты, там, ну, убирать, это действие ставить, зачем? Так, крышку я покрою лак яхны. Пусть блестит. Как раз лак он такой. Будет и защищать от выгорания, от всего такого. А это будет черное. Чтобы вкусно пахнет. Мы все красим матовой. Мы не любим глянец. Мне кажется, она блестит, нет? Нет. Потому что мокрая? Мокрая. Нэнси, ну отпусти ты ее. Не надо. Она маленькая. Руж, давай спасем, пусть бежит. Нет, Нэнси. Нэнси. Нэнси, нет, Нэнси! Отстань от меня. Все. Успокойся. Нэнси! Нельзя себя так вести. Смотри. Ой-ой! Больно, нет? Ну, неприятно. Все, хватит. Я тебя спасаю. Ну-ка, а как ты будешь отцеплять? Так, она сама отцепится. Я попробую так это. Снять ее. Да не, я эту голову оторву еще. А, да ты че? Все, беги быстрее, пока тебя Нэнси не поймала. А для Нэнси, да, сейчас стресс будет. Угу. Ну, не знаешь, кого спасать. Кошку. Ядовитая, но нет? Так, да я думаю, нет. Давай, беги. Беги, что ты там замерла. Беги давай. Она, конечно, помучила немножко, она устала. Что получается? Сюда сначала боковики. Ноги пускаем. И сюда прямо цеплять сюда. А угол здесь вот будет так. Так, 46.
стики. Это больше делается для того, чтобы кошки, если сюда просто мешок натянуть, кошки залезут и раздерут. Пакет порвут. И будет потом неприятно. Опс. Вот и все. Сейчас последнюю стенку прикручу. Пак готов. На все свои 100. Все, контейнер для мусора готов. Этот контейнер у нас не для пищевых отходов, потому что когда есть хозбор, пищевых отходов не бывает. Это контейнер так для... Пакет маленький, да? Вот. Банки, склянки из-под консервы там выбросить. А, пакеты, ну то, что требует как-то дополнительной переработки, а это вот все на свалку. А все, что горит, съедается, доедается, все у нас идет в хоздвор, на хознужды. А сюда пакеты, банки, склянки, пластик и тому подобное. Раз и... Никакой ветер, никакая кошка не залезет. А стоять будут под навесом. Кстати, покрасила здесь оливковым цветом, а здесь лаком. Ну вот так вот это. Чё ты смотришь? Думаешь, то, что не пошло? А это ничего, сухие веточки. Ну вот я тоже думала. Чё-то такое. Может быть, его подрыхлить надо? Не знаю, там две ветки было, да? Нет, там была одна веточка. Нет, а вот тут сорняк? Да, сорняк. Нет, там одна была. О, смотри, вот раз идет, вот два идет. Так. Она, видимо, пропала. А, да-да-да, вот она, ага. Ее надо вот обрезать. А что ее резать? Она вон она сама. Где она здесь? Вот это? Поставь. Да нет, ее надо сразу убрать. Так, орех не срастет. Где хочет. Угу. Ореха везде полно у нас. Какие корни. Капец. Орех. Надеюсь, вторая выживет. Вот так вот. Все. Красота. Сейчас подрыхлю немного и пусть стоит.
Смотрите, как шикарно у нас разросся виноград. Надо было точно не его тык-тык-тык-тык оставить, чтобы вот этого всего лишнего не было. Основная ветка, и она вот расплетается. Вот. И на газовую трубу шел. Здесь и виноградово. Да. А я уже, по-моему, показывала. Вот, вот, вот. Будем сок делать. Виноград, виноград. Зацепить. Ого, он расплелся, да? Да, он хорошо расплелся. Угу. Главное продолжение. Ага, смотри, главное это, да? Такой проход прям. Ну-ка, если... Ну, потому что, да, мы подтягиваем сюда его весь раз. Ага. И вниз потом. Красиво, красиво, мне нравится. Вообще, виноград, красота. Смотрите, что-то сюда можно было толчок посадить. Не, нормально. Хороший такой уголок. За домом там повылазил виноград из-под земли. Дедова говорит, что очень вкусный виноград. Как донские палочки. Длинный. Пальчик. Да. Такой длинный, говорит. И сладкий, сладкий, сладкий. Mm. Надо его выкопать, пересадить. О, бархатец открыл.